приветствую вас, друзья, на ежегодном собрании клуба анонимных алкоголиков. Давай я вам за это выпью. Я Рома Дивиди, это Иван Карифан. Сегодня мы на самом деле собрались здесь для того, чтобы показать вам очередную серию шкалотанкеров. Шкалотанкер номер 17. Этот выпуск мы провели вдвоем с Иваном. По вашим запросам. Запросы были ого-го. Покажите нам киску 15-летней девушки. Но мы не стали этого делать, потому что киски были волосатые и почему-то, сука, не укали. Всем здравствуйте. Через пару дней выйдет этот выпуск. Надеюсь, вам он понравится. Будут не только шкалотанкеры, будут шкалокопатели, ковырятели. Копатели-ковырятели. Шкаловарфейсеры. В общем, всякие уебаны, которые очень дико нас веселят. Меньше. И вас тем более. Иван, нас вынужден перебить. Мне сообщают, что... Да, до выпуска шкалотанкеров осталось буквально пару дней. Всего пару дней, и скоро они появятся в эфире на канале YouTube Rova DVD. Наверное, я посоветую подписаться друзьям ВКонтакте, паблик, сделать лайк, репост обязательно этого видео. Без вариантов, подписывайтесь, ставьте лайки. И, собственно, говорите то, что Рома молодец везде и всюду. Видите, какой хороший бородатый дядька сидит. Все, все лох. Ну все. Видите. Спасибо. Ваня, ты пиздец дал. Ребята, ставьте большие пальцы вверх, делайте лайки. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Рома DVD на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте. Скоро выйдет новый видос. Я думаю, вам понравится шкалотанкеры. Мы с Ванькой отжигали, честно я вам скажу, отжигали дико. Это было нечто, особенно эти дебилы, новые дебилы, это суперски. Вы все увидите, вы все поймете и все прочувствуете, блин, на своем. Главное, подписывайтесь и ставьте лайки. Засим с вами прощаюсь, через пару дней ждите наш выпуск, это будет шедевр. Так что поэтому делайте репост, ребят. Чем больше репостов, тем интереснее и быстрее, и смешнее все получится. Тем больше моджи у Ромы. Ты хочешь мой моджи потрогать? Запарил уже. Весь вечер мой трогал, теперь сам предлагаешь мне. У меня живот чешется! Вырежено. Нет, я это оставлю. Гадостья какая-то. Я оставлю тебе подрасти, чтобы все знали, что Ваня любит не только моджи свой теребить. А если жена увидит? Я в любом случае это все оставлю. Ребят, увидимся.